Всем привет, я Егор Аланов, защитник команды «Сибирь». Всем привет, я Антон Шенфельд, нападающий хоккейного клуба «Сибирь». Сейчас мы узнаем, насколько хорошо мы знаем друг друга и «Сибирь». Да. Ну, давай ты задавай вопрос. Так, мой родной город. Магнитогорск. Ты подсмотрел там, сидел. Да, я знаю, что ты. В скольких странах я поиграл? В одной? Нет, в трех. А. Когда успел-то? В Австрии, в Швеции и в России. Под каким номером я играю? 14. Тут пока вообще неравномерный вопрос. Не-не-не, все нормально. Под каким номером я играю? 21. Все. Так, в скольких клубах КХЛ я поиграл? В трех, в четырех, в пяти, в шести. Так. В четырех. Прав? В какой стране играет мой брат? Швеция, Чехия, Германия, Словакия. Словакия. Германия. Кому я забил первую шайбу в КХЛ? Трактору, Спартаку, Сибири, Нефтехимику. А за кого забил? За Металлург. За Металлург. Трактору, Сибири, Нефтехимику, Спартаку. Нефтехимику. Иди сюда. Можно? Трактору. Трактору? Хорошая передача за ворот и бросок в касание. Ничего особого. Сколько лет будет? 19. 19. Так, мой любимый фильм. «Хатико. Легенда номер 17. Отступники. Форсаж». Отступники. Прав. Про агентов ФБР. Один то, что работает на мафию, а другой наоборот как раз таки работает с мафией и на ФБР. Там Ди Каприо, Дэймон снимается. Так, моя любимая музыкальная группа. ДДТ, Каста, Баста, Сплин. Каст. Ай. Кто? Баста. Баста. Рядом. Да, рядом. Одной буквы. Кто выиграл чемпионат мира в год, когда я родился? Я родился в 2000-м. Варианты. Швеция, Чехия, США, Канада. 2000. В России был. Дам подсказку, тут написано. Еще раз, какие варианты? Швеция, Чехия, США, Канада. Ну, пусть будет Канада. Нет. Чехия. В Санкт-Петербурге. Что из этого я не пробовал? Прыгать с парашютом, дайвинг, серфинг, сноуборд. Прыгать с парашютом. Ай, что? Дайвинг? Дайвинг не пробовал. Блин, думал дайвинг ответить. Все, я ни с парашютом, ни дайвинг, ни серфинг, я ничего не делал. Если только с тарзанки вначале, потом уж на парашют можно. Но я что-то боюсь. Какое прозвище было у меня в детстве? Лев, Алан, Малой, Бешеный. Пусть будет Алан. Правильно. Ну там тяжел. Вопрос, подвох, конечно, думал, да. Я думал, какой-то подвох будет. Да не. Так, перед тем, как заняться хоккеем, я занимался футболом, борьбой, танцами. Сразу пошел в хоккей. Так. Сразу пошел в хоккей. Правильно. Ух. Чего я боюсь? Пауков, высоты, летать, темноты. Тут вот была эта тема недавно. Да, пауков. Вчера разговаривали. Да, прав. Че, первый раунд все? Давайте к следующим приступаем. Ну там вопросы потом полегче что-то про меня прошли, конечно. Я выиграл. Ай, ты что молчал-то, сидел? Я уточнил. Шаша. Милозор. Кто? Русский? Гончар, что ли? Ай, про него забыл точно.
Красотки. Бодров. Ай, блин, хотел сразу, думал. Александр. Промолчу. Алексей. Ай, кто? Никита? Блин. Регби. Бейсбол. Лап. Лап, отлично. Я крикет уже хотел сказать. Потом вспомнил, что это не русский. Зимняя могу ответить. Летняя. Сейчас в Японии, да, была? Наугад, да, можно, чтобы током не ударилось? Так, я воздержусь. А тебя током все равно ударит. Лучше, чем сделать. Что это ударит? Я же не ответил. Ну, давай твой первый вариант. Так, Европа? Да? А что это за угадал мелодию? Отгадал? Париж. Так я страну сказал, он город назвал. Так не, а мы про страну спрашивали или про кого? Про город? Гончаров. Омск, Авангард. Я думал про игрока. Все? Вытащил. Я Антох мало. Красава. Легкий вопрос, конечно. Можно было что-нибудь посложнее. Нормально. Током, конечно, неприятненько, но так. Что приятнее? Блокировать броски или током получать? Броски приятнее. В пользу команде приносим.